Всем здорово! Я знаю, что вы любите длинные истории, которые имеют некий сюжетик. Вот он, именно тот ролик, который вам нужен. Я очень постарался записать для вас мощнейший контент, но и жду с вас поддержки. 15к лайков. Я уверен, что мы с вами можем перешагнуть эту ступень вместе. И не забывайте оставлять комментики, я читаю все. Запасайтесь печенюхами, ведь вас ждет долгое путешествие. Всем приятного просмотра. Кстати, теперь я стримлю на Твиче, ссылочка в описании. Начало. Как обычно, нам нужно вначале встретиться, отстроить свой первый домик где-нибудь в хорошем месте. Ну, например, возле этого кланчика. Он убил меня. Он в кустах прям. Я убила его. Найс, я валяюсь еще. Смотри, что я утащила. Ну-ка. Норм? Слишком изи. Пойду солью. В смысле пойду солью? Тут тип у меня. Один! Это, к тебе заходит. О! Он на кадре. Минус еще один. Капец, у вас много чего. Минус еще один. Плюс помп. Ох уж эти шуточки от военкомата. Бам! Убил челика. Чё так грубо-то? Я тебе разрешаю появиться на спалке, и я сейчас убью твоего друга. Включу читы, нажму одну кнопку, он умрет, и я залутаю твой АВМ, понял? Сейчас я по стенке к вам залезу, ты чё, думаешь, не умею? По мне. Я умер. Руф-кемперы. Это одни из самых противных существ в этой игре, которых нужно очень жестко доставать. И в моей голове зародились идейки, которые можно было реализовать только после того, как я обустрою дом, поставлю третий верстак и изучу взрывку. Но эти ребятки были не единственными нашими врагами. Я сейчас ребят возьму, убью его. Убил. Ой, он фул. Второго убил. Я слышала, там селки, да, возле дома стреляли у нас? Нормально мы поселились. Убил. У него СМГ и берданка. Намечается вся контента. Угу. Придет нас рейдить? Не-а. Я буду убивать этих лохов весь день сегодня. Ой, то есть скилловых игроков, я хотел сказать. Крыша.
О! Меня спалили! Нас придут рейдить. Он умер. Все, дядь, тебе да. Мы будем драться до последнего, но отстроим неподалеку здесь кибитку 1-1 и туда все скинем. Запомните его ник, это очень важно. Я убил их всех, спавнись на спалке быстрее. Выходи, лутай их. Поменял дверь. Они рейдят нас. Можешь их удать с улицы? Я бегу к дому, сейчас да. Он добил дверь? Скажешь, когда они будут запрыгивать? Он всех укинул. Район топчется. Один запрыгнул. Второй прыгнул. Где он? За тобой бежит. Вокруг дома. Я убил его! Леська! Я бегу. Ты возле меня? А, да-да-да. ЭВМщик, ЭВМщик. Ай-яй-яй-яй-яй. Откроешь дверь и запрыгну домой? Запрыгивай. Ой. Ну чё, сынки, теперь у меня спас есть. Ай, блин, я не могу с этой игры. За смех. Они дальше рейдят. Знаешь, что я могу сделать? Застроиться? Да. Или драться до последнего. Я внутри застроился. Я застроился в квадрате 1-1. А, не, не убежал, не убежал. Двоих убил! Леська, Леська, хелп! А как он это сделал? Он у нас в шкафу авторизован, тот тип. Он ремувнул? Он ремувнул. Нам дерево нужно срочно, Леська. Еще одну дверь поставить. Я не могу с этой игры. Ебать ты жесткий. Его убили? Не знаю. Его с калаша убили. На этом наша война с ними не закончилась. Мы с ними файтились очень-очень долго. И я даже не подозревал, что один из них играет с щитами. Убил одного. Ты можешь попробовать трупы полутать. А где они? Там же, возле дома? В поле. А, нет. Это читак, слышишь? Я не верю ему. Вот, это знаешь. он подрубил. Того убил, слышишь? Запрыгнула? Убил одного, там еще один. Банана. Ты всех убил? Убил. Кизю, лучше, лутай. Идет. Забей. Блин, у меня нет. Да нам не надо фармить, дерево уже хватит. Это мы, чтобы отбиваться, чтобы нас не прессовали.
Банана забанен античитом. Чё, пацаны, как с читами играется? Ну нету. Тут я забей, тут голенький был какой-то. Слышь? А куда у них база пропала? Давайте я помогу. Леська! Их под ноль снесли! Их под ноль снесли, у них базы нет. Ого! Их админ вынес! Тут ящиков миллион! Леська! Стоп, я бегу. Это их хата. Офигеть! Их вынесли! Мы от читаков дефались! Смотри, сколько патронов! Ящик компонентов, труп, ой, просто стреляют. Убил. Слышь? Вот еще куча лута. Офигеть, просто хату под ноль вынесли. У нас только места нет. Типа забанили за игру с читаком. Отдельное спасибо я хотел бы выразить этим ребятам. Они помогли отбивать этот домик. Я пришел туда снова, чтобы подлутать все по максимуму, так как в доме у нас не было ничего. Оу! Джимми, как полутал, ну-ка. Тупо лысый из Чизуэнда, слышь, зашел на сервер. Без намека, конечно, что с читаками произошло. И так как мы там залутали дофигища компонентов, мы отправились перерабатывать их на Airfield, потому что на супермаркете сидели болтовщики. Ну мы тут надолго. 1400 скрапа есть. Нормально. Давай я скину калаш, мы изучим его потом. И топ-сет скину. Неподалеку от дома я видел верстачок, где бы я смог скрафтить третий верстак для своего дома. Но его кто-то застроил. Я решил с ними поговорить. Здорово, hello. Здорово, здорово, слышу, я френдли, братан. Слушай, да, подожди. Подожди, у тебя есть верстак? Где он находится у тебя в доме? Чизи, салам алейкум, наконец-то я тебя встретил, Чизи. Сколько я тебя ждал на классике, братик. Здорово, здорово. Так, ну если я приду сюда и скрафт... Самое, что... Это твой друг был? А, это уже не наш, кстати. Нет. В итоге я скрафтил третий верстак и отправился домой. И полпути уже было пройдено. Шик. Так, а у меня есть еще идейка. Без верстака сразу до третьей. Ничего, крафтить не умеем, да? Мы бегали, по чуть-чуть фармили и вливались в любой замес, потому что нам нужно было очень много пушек для реализации моего плана. Убил его. Убил. Еще фулгир. Ко мне сразу иди. Выключи факел. Смотри, тут труп валяется. Убил. Вот антират валяется. Предлагаю домой снести все. У меня лута на... 3-4 человека одеть. Опс. Я двоих убил, еще один. Справа. Еще один. Еще один. Я троих убил. По-моему, кто-то с болтом был. Вот с болтом был, надо его забрать. Где?
Я не знаю, где его... Вот, это берданка. Шо, фармить готовы? Да, у нас возле дома кто-то сидит. Шприцы вываливаются. С вышки чинят? Нет, возле магазина двое. Блин. Ну, мне кажется, это эти с вышки, которые крутятся возле магазина. Да, это они есть, смотрю, побежал. Дал хит. Пойдем фармить. Нам серу нужно, чтобы зарейдить. Башку дал. Убил. Он с той вышки меня не увидит. Тут слева еще в супермаркете есть. Убил. Второго убил. Я не пойму, вышка. А, не, не окно. Мне попадает, а я не могу попасть. Ты хочешь драки? Их надо по-любому рейдить. Они меня уже бесят. Он мне башку дал. Плюс два болта. Голову ему дала. Найс. Мы пофармили немного камушка и начали обустройку своего дома. Две двойные, две одинарные. Угу. Не знаю зачем, но переработки этот тип по мне начал стрелять с болта. И это была его самая огромная ошибка. Он на переработке, слышишь? Пойдем? Да. И домой он вроде не бежит. Там есть АВМщик на крыше. Бил. Хит. Плюс еще болт и плюс краб. Их двое, двое на крыше. Один в волчанке, другой тут сет. Хит. Они дом. Лошадь убили. Башка минус. Че, выстраиваем дом, плюс 125 скраппа. Прикроешь меня? Вот стрельнул с болта, слышь, забайтил меня на переработке. И умер. Я везде буфер подобавил. О, у нас теперь нормальный дом получается. О, давай за ним. Бери ЛР-ку в руки. ЛР-ку в руки бери. Они на сферу? Нет. Садятся. О, тут ящички. Смотри, как я припарковал коптер. Им до такого еще далеко. Так парковаться умею только я. Стой, на. Нифига себе, какое-то дитё сверхадекватное. Спасибо. Слышишь, иди сюда. Дружище, алло. Иди ко мне. На, это тебе. За топливо. Спасибо. Ты мой томик дал? Да. Да, не за что. На, еще вот. Там еще спас сзади тебя лежит. Там спас сзади тебя лежит, забери. Да, 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 вот. А ты ему патрики дал? И на покушать. Нет, ну можешь скинуть ему. Мы полетели утать нефтянку, так как нам нужны были чертежи. Коптер надо будет переставить потом. Хилься, хилься, хилься.
Я, как настоящий герой, откинул копыта, и леська зачистила эту вышку сама. Я нашел лодочку и отправился туда, так как там нужно было еще много всего полутать. О, я тебя вижу. Угу. О, нифига тут какой-то жирный лежал, конечно. Вот это анскил, как он мог от бота сдохнуть? Я в шоке. Я вот вообще никогда от ботов не умираю. Ну я рад, что наша хата еще стоит. Неподалеку от нас стоял бункер, фундамент которого мы могли выдолбить и попасть в лутовую. Мы взяли буры и полетели туда. Это изи. Серьезно, ящик серы. Третий верстак просто так лежит, Чизи. Ящик металла. И вправду ничего не было. Шкаф, тут шкаф. Да. А давай-ка мы ящик серый отнесем домой и добьем. Мы добили шкаф, но лута там оказалось не очень-то и много. Зайдя на утро, я услышал, что возле меня отстраивается кибитка. И я сразу же понял, что соседи готовятся к моему рейду. Алло, дружище, а ты что тут делаешь? Меня пришли рейдить? Серьезно? Я думал, сейчас будет контент, рейд, все дела. Но поднявшись на крышу, я увидел коричневый след от этого паренька. Он побежал домой. И больше не приходил. И этот парень был с той самой деревни. Он мне четко дал понять, что если мы их не бахнем, то они бахнут нас. Кибиточку, кстати говоря, я застроил и поставил туда свой шкафчик. После этого я решил изучить базуку, ракету и экспу. Оп, плюс ракета, плюс базука. На все хватило. Шикардос. И я сразу же поставил на крафт совсем немножечко ракет. Буквально 25. Я бегал и искал поблизости домики, которые я мог бы выселить. И наткнулся на типов, которые пристали к какому-то владельцу дома. И решил ему помочь. Дружище, что тут делаешь, а? Прессуют тебя, да? Прессуют. У тебя, кстати, домик гниет немного. Металл. И так как мы готовили зарейдить их территорию, мы решили разведать обстановку. Ну, МВК дом это что-то очень жесткое. О, так там двери все открыты. Двери открыты. А мы можем к ним запрыгнуть сейчас. Отсюда. Офигеть, они, конечно, классно оградились. Никто не пройдет. А может быть реально сразу с МВК дома начать? Там всего 32 ракеты надо. Ну, два слоя МВК. Но я думаю, там много всего. Там и камеры, смотри, по кругу стоят. Ой, как высоко надо было прыгать. Тут все открыто у них. Ага. Сейчас бы мы пошли рейдить этот дом. Пустой полностью. Тут дерево есть. Воруем. Воруй. Слушай, я могу тут поставить шкаф? Тут есть шкаф, интересно? Слушай, по мне вчера этот болтовщик стрелял. Тут две турели стоит у них. Мне кажется, если я полезу наверх, меня турелька убьет. Это спас.
Я у них на вышке. Убил. Он ваншотнул меня, это кто? В итоге, пока мы там бегали, появились хозяева, которые залезли сразу на вышечки. В стороне того паренька, которому я помог, опять начались какие-то выстрелы. Я решил сбегать посмотреть, не рейдят ли его. Алло, это ты тут с болтовочкой, да, стреляешь? Это тот, кому-то пружин дал. А, я думал, напрягают тебя опять. Тут взрывы были. Думал, помочь прийти. Да, не, спасибо. Надо тебе еще, может, что? Да, не, вроде бы. Я все равно сейчас диспавнить, наверное, буду все. Почему диспавнить? Ой. Да, играть некогда. Ну, я слышал, у тебя некогда там дети. Некогда играть. В общем, этот паренек решил отдать мне дом. Но я не менял пароль и оставил все так, как есть. Принес ему металл и оставил домик на сохранение. То есть этот паренек ответил добром на добро. О, у тебя тут дверь. У него две сихи тут лежат. Так как у них была огромная территория и они были в онлайне, я решил позвать на помощь подкрепление. И мне повезло, на этом же сервере играл Хангри со своей командой, и я решил сделать ему небольшое предложение по поводу выселения этой деревни. Чизик, можно? Не вопрос. Мы сейчас соил залутаем и... В принципе, готовы помочь, все равно сделать нечего. Окей, у нас тут ракетки подготовлены, надо три вышки им снести, они офигели уже. А что за ники у них там? Там какой-то Хонки, что-то там, Джеймс Кэт. А вас во сколько? На, ну не знаю, можно прямо сейчас пойти. Не, накрафтиться и бахнуть. Вас сколько? Нас двое, да? А, ну все, туда нет, не вопрос. Сейчас только мы его залутаем, мы ждем, когда он спавнится, и готово. Офигеть, вас тут набежало тупо. Я же тебе говорю, воняет клониной. Олеськи. А, ты выйдешь с Тимой-то? А, чтоб ты понял. Да, все. Не, ну как бы я готов уже идти. Мы тоже готовы. Но вас пощелкают. Мы собрались все с мыслями и отправились на рейд. Рейд этой территории. Кому болтовку дать? Никому не дам. Все, пойдем. Ближе подходим и все, и гасим. В бой просто! Что-то поджимаемся. Стой, сейчас, подожди, зажигательную ракету заряжу. Давай, я контролю крышу. Контрите, вижу его. На крыше. Вижу слева. Я голову дал. Хорош. Пожалуйста, без лишней информации сейчас, вообще лишней информации нет. Не подходите к забору. Там никто реально на территории. Я знаю, не подходи, один не подходи, крыши. Отойди оттуда. Хватит одну или нет? Не знаю, запусти ракету. Там две надо. Две надо. Можно бок бахать сразу отсюда. Да вы вас по фундаментам просто несете, да и все. Я по фундаментам не хочу прям сносить. Ну хотя, можно. Раз. По вам было трое. Проснулись. Вижу идут. Дал хит. Он на улице. Еще. Дал хит. Одна ракета, одна. Я стрельну. Все. Кул. Cool. А, ну тут вышка пустая, походу, тут по дверям надо было бахать. А, шкаф где? Шкаф где? А шкаф там. Посмотрим. Так. Вижу левая кнопка верхняя. Шкаф. Плюс шкаф. Вот спит. Ой, нифига тут пушек у них уже в этой вышке. Так, шкаф раз есть? Сломал? Ты крафтишь? Ломай. Я его поставлю. Голон дал. Забирай рез. Забрал. План у нас был таков. Зарейдить все у них вышки и потом начать бахать их основной дом. Первую вышку мы у них забрали. И эта вышка превратилась в нашу рейд-кибитку. Прикрывайте тогда, Леська, останься с пончиком там. Okay. Мы сейчас пойдем кибитку эту бахнем с вышкой. Вот эту, тут две турели стоит, одна со спасом. Вот эту вышку изи пробахать. Она на 4 ракеты. Настя, Алена, вот что делать? Куда? Идите, я тут все зачистил, идите помогайте. Сейчас я приду. А, железная вышка снизу. Надо на вашу вышку контролю, он сейчас. Бать, он меня ваншот, у меня маска сломалась. Хаки. Он с пулеметом. Вышка.
Где у них ракетница на каком доме? Пулемет? Ракетница сама. Я на коптер так хочу еще прилететь. Плюска, можешь меня посадить? Дать. Ворота открывают. Подожди, пиши. Убил. ПВО! Блин, а на их вышку нужно еще 8 ракет на ту, да? Металл. Да, у меня 4 ракеты есть. Где? Вышка, да? Сверху. Давай, я помогу. В доме двери открываются. Вот, я за пуликом. Я тоже за пуликом пошел. У меня в кустах чел сидит, вот он. Пулемет на улице. Тут турель, там турель, сиди. А он зашел внутрь. На улице. По мне стреляют с вышки. С вышки. Сейчас, вижу. Я КД. Забегай за угол. По мне с другой вышки стреляют. Убил. Вы пулемет убьете, он прям где мы из-за. Да он в доме. Наверху, видишь, Хайзен? Нет, я слышу, но я не вижу. Я ему хит дал пулику. Угу. Я иду в сторону вышки. Не нормально все. Со всех сторон стреляют. Железная вышка по мне стреляет. И ворота выходят еще. Да, вижу. Где железная вышка? Не вижу его. Он только что пикал болтом. У вас ракет не было, я надеюсь? А, снизу, меня убили. На берегу, слева. Я умер. А где все у нас? Нет. Туре, это конченый вертолет прилетел. Это не вовремя, кстати. Нам ныкаться надо. Я на вышку обратно. Давай. Убил челика с гранником. Кто где, ребят? У меня ракет нет. Челиков там посмотрел. Каверю. Убил. Меня походу залутали. Видимо, я чувак вообще мертвый. Меня убивает. Живешь? Жив. У меня ракеты забрали. Давайте вертолет собьем. Я вас убил его. Сбили. У меня... Патроны. Дайте патроны мне, пожалуйста. На. Скинул, Дим. На вышке, вышка, чертила. Вышка. Сейчас убью. Дал хит ему. Дал хит, башку ему дал. У меня нет хилов. Шотки. Минус вышка? Минус калашист. Который на меня вышке пушил. Еще один, осторожно. Минус еще один. Вышка. Дал голову ему. Хорош. Вы это меня убил, не вижу его. Мне кажется, он занес в эту кибитку, которая рядом стоит. Сишка, ракета с вертолета. Отлично. Кул. Мы сейчас зарейдим их вышку. Мишка, помешки не работают откуда-то. С болта. Я знаю, где ракеты, слышь? Походу. Это металл двери. Кидай сиху на дверь. Картавы. Надо забирать эту вышку. Аккуратно, стой. Кончено. Гантрапов много. Угу. Это диспаун? Они диспавнят сихи. Стреляйте туда. Стреляйте, с базуки. Ракетница. В решетку? Да, в решетку. Стреляйте, я ракету кинул. А вот здесь кашка все застроены. А где они сихи кидали? Сверху. Понял? Давай до шкафа идем. Есть сихи ракеты? Вот в эту дверь? Не, право. Я сиху кину. Давай, сиху. Давай. Буст. Двери. Давай, буст. Давай. Прыгай. Давай. Бустить. Давай, еще буст. Меня чекают. Откуда? Сверху. А, шкаф есть, мужики. Плюс оштай. Дал хит ему. Буст. Дай буст. Давай. Прыгай. Хорош.
Здесь вроде никого. Сейчас чекаю. А тут лестницы были у Леськи. Я ломаю шкаф, если что. Я его убил, я его взорвал, слышь? Да. Все нормально? Кто возле меня стоит? Мешки вина, иди сюда. Снимаем по пятку, патроны ломаем. Вот ракеты, Джеймс Кэт. Угу. Я своего... Коля, прости, я испугался. Коля, прости. Все, кондрите двери, я сейчас шкаф. Коля, я испугался. На этом у нас кончились ракеты, и мы отправились на фарм. Но они в чате выписывали то, что мы их недорейдили, то, что мы анскильные и так далее и тому подобное. Ну, мы скрафтили немного ракет. Совсем немного. Я бы даже сказал капельку. Слева тип. Куда взрывать? Ты жив? Я убил его. Вот эти взрывать. Двери, да? Да, лестницу давай. Тут кровать. Лестница пьёт. Снизу появился. Гаражки открывают внизу. Все, это вышка наша. Лестница есть. Я турели офнул, походу. Чувак, ты в МВК я видел. Встань сюда. Постреляй по турели, у нее 90 хп. Поднимите меня, пожалуйста. Минус. Турели офнуты. А в них ничего и нет. Тут сера плавится. Я следующий бахаю. Тут тип. Где? В окне. Ворота. Давай. Щель. Да, я жив. Там турелька, аккуратно, не пуш сразу. Убил. Хорош. Сзади, меня убили. Вышки? Она сверху. Не знаю, попал в нее, нет? Попал. Пожалуйста. Добил, сломался. Найс. Это бункер, он в бункере. Смотрите, он туда. У нас 30 минут есть. Куда жахать? Вон туда. Показывай. Куда? Окно. Полетели. Дверь красный. Очень красный. Уже не такой сильный, да? У нас 30 минут есть, дружище. Мы сейчас тебе под ноль его снесем. Ракетниц до хера, но бахает. Камень дальше. Да. Мы в центре. А, граника нет, блин, гранат нет обычных. Я здесь. Шкаф. Отойди. Скажу. У меня шкаф есть, если что. Их ебануло, их трапами ебануло. Их убила. Я опять хангри убил. Здесь МВК убил. Посмотри, здесь еще гранат! Тихо. У меня дерево 1000, я крафчу. Мы сейчас все хаты у них вынесем под ноль. А он ракету утащил наверх. Надо бахать дальше его. Он сейчас ящик может поставить. Да, ставь. Все, гантрапы наши. А они поумирали же. Где шкаф? Внизу. Бахайте был. Дальше. Ящики, изи. На, броня. Тут пушек много. Это все, в принципе, мы их зарейдили по максимуму. Где тряк, кстати? О, дом один! А, это сфера. Охренеть, тут гантрапов! А ну, чуваки так старались, типа. Куча трапов наставили, а вот тут. Ну-ка, а кто на скале стоит? Ну-ка, повернись на камеру. Тебя снимает скрытая камера с болтом. Кто стреляет? Коля, повернись. Коля, повернись на камеру, ты куда ушел? Подожди, дай залутаю его. Коля, вернись, я тебя жду. А где камера стоит? Наверх смотри. Опа, здорово. Коля, я поменял ракурс, я тебя с другой камеры теперь вижу. Вот такая вот история. За один день мы выселили их огромнейшую территорию, забрали все у них вышки и забрали всю взрывчатку.
ибо сидеть на вышке — это не очень хорошее дело. Надеюсь, вам понравилась данная история. Я очень сильно благодарен всем ребятам, которые мне помогли. Плюшка, Хангри, Хайзен, Мисс Бонд, Эллен Лэй, Пончик. Без вас я бы не справился. Ссылочки на всех ребят я оставлю в описании. Они все стримят и снимают. Надеюсь, вы прочувствовали все эмоции, что и мы. И вам этот ролик понравился. Кстати говоря, теперь я частенько стримлю на Твиче, и ссылочка тоже будет в описании, ну и на экране. Всем пока!